Сегодня мы будем разбирать следующий член символа веры, в котором говорится: «Исповедую единое крещение в оставление грехов». Речь идет о церковном таинстве. Вот мы о церкви поговорили. Мы говорили, что церковь, тогда церковь, когда она единая, святая, соборная и апостольская. Все, что в церкви происходит, все, чем она живет, все свято. Именно потому, что в церкви живет и действует сам Бог. Наш глава церкви Иисус Христос, Он присутствует в ней благодатью Духа Святого. Именно благодаря Богу Духа Святому становится возможным такое теснейшее общение с Богом Троицей, с Богом Сыном, с Богом Отцом. И вот приобщение человека к церкви, приживление его к этому живому богочеловеческому организму происходит в церковном таинстве, в таинстве крещения. Таинство. От слова «тайна». Потому что то, что в таинстве происходит, совершает сам Бог, совершает Дух Святой. Таинство церковное — это тоже действие Бога Духа Святого в разумных созданиях, свободно следующих за Иисусом Христом. И первое таинство, к которому мы приобщаемся в церкви, к которому мы приступаем к церкви, это таинство крещения. Что в этом таинстве совершается? Что происходит? Происходит духовное рождение человека. Мы с вами до таинства крещения были рождены только от матери и отца. Вот телом и душой. Да, у нас еще и дух есть. Человек трехсоставен. Дух, душа и тело. Но вот духовного рождения еще не было. Оно было невозможно. До Христа это было просто невозможно. Никакое духовное рождение. Человек мог находиться только в своем падшем, можно сказать, вот в таком плотском состоянии. Плоть — это наша душевно-телесная организация. И никакая духовная жизнь, которая, по сути, является живым общением Бога, человека с Богом, твари с Творцом, с максимальной пользой для человека, это было просто невозможно. Вот все, что сделал Христос, Он сделал для того, чтобы это стало возможным. Чтобы произошло такое же соединение божественной и человеческой природ, как это было и является в Нем самом, в Христе. И вот впервые это с нами происходит, вот это соединение божественной и человеческой природ в таинстве крещения. Когда Бог Троица, Духом Святым, который от Отца исходит и в Сыне почивает. Я вот церковную терминологию использую, чтобы мы... Ну, потому что других слов нет, которые правильно передают суть происходящего. Впервые в жизни человеческой занимает в человеке свое законное место. Происходит соединение божественной и человеческой природы. Это является духовным рождением личности человека. Это событие чрезвычайно важное. Ну, я не знаю, может ли быть вообще что-то более важное, чем это. Собственно говоря, для этого мы и родились на белый свет. Для этого нас Бог задумал и создал, чтобы приобщить
своей жизни, к своей природе, чтобы мы уподобились Ему, чтобы мы обожились, стали как Он. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Ни одна религия больше в мире не исповедует этого принципа. Ни одна религия не подразумевает человеческого совершенства. Есть, конечно, религии, которые подразумевают под совершенством что-то другое. Есть буддизм, который утверждает, что Бога нет. Личного живого Бога никакого нет. Собственно, человек, он и есть Бог. И он должен раствориться в божестве. Исчезнуть, перестать быть. Это мечта дьявола. Заветная мечта дьявола. Чтобы человек как личность перестал быть. Христианство говорит, нет. Каждая человеческая личность для Бога драгоценна. Так, что мы даже представить себе не можем. Каждого человека Бог приобщает к своей жизни в уникальном, можно сказать, персональном, ни на кого не похожем виде. Человек не просто никуда не исчезает, а наоборот, он максимально реализуется как личность. В нем расцветает все, что Бог вложил в человеческую природу. Начало этому кладет таинство крещения. Это таинство настолько важное, что Христос даже и не выходил на проповедь до тех пор, пока Он не показал Сам личным примером. Что должен в первую очередь делать человек? С чего начинается человеческая жизнь, полноценная человеческая жизнь? Для этого был рожден особый человек, Иоанн Креститель. За полгода до Рождества Христова родился Иоанн Креститель. Они почти ровесники, разница в полгода. Мы называем Иоанна Крестителя величайшим, последним и величайшим пророком Ветхого Завета. Христос сам сказал, от отца и матери не рождалось никого больше, чем Иоанн Креститель. Мы из Евангелия о Иоанне Крестителе знаем не так много. Но то, что мы знаем, это, конечно, потрясает воображение. Это на самом деле духоносный человек. Это вот такое особое действие Бога Духа Святого в человеке. И Иоанн знал, что он призван крестить. Что значит крестить? Крещение в греческом языке означает омовение. Очищение. Вода — это то, что что-то смывает, очищает. И еще есть один символ. Вода — это, кроме того, что живительная влага, без которой ничто живое существовать не может, это еще и величайший символ жизни и смерти. Если человека погрузить в воду, что с ним происходит? Ну, по сути дела, утопить. В воде. Наступает смерть. Человек переживает свое рождение духовное, как смерть. Смерть для греха и страстей своих, от которых он погибает. Смерть для этого мира, в котором кипят человеческие страсти, губящие человека. Человек рождается в совершенно иную реальность.
человек становится гражданином неба. Полноправно. Гражданин — это человек, который пользуется правами гражданина. У него много каких прав появляется, возможностей. Вот чтобы это произошло, чтобы произошло некое новое рождение человека, рождение его в новый мир, он должен умереть для того мира, в котором он жил раньше. Так же, как мы с вами, рождаясь в этот мир телом и душой, мы переживаем свое рождение как смерть для того мира, в котором мы жили 9 месяцев. Нас там больше не будет никогда. Тот мир нас потерял. Безвозвратно. Но когда мы с вами умираем телом, с нами происходит то же самое. Душа рождается в тот мир, для которого Бог человека создал. А наше тело, которое этому миру принадлежит, оно умирает для этого мира. Здесь нашего тела живого уже не будет. И нас самих в этом мире уже никогда не будет. Мы родились в другую реальность. Происходит какой-то, видите, последовательный процесс рождения человека. И каждый раз это переживается как смерть. Так вот, вода — символ жизни, источник жизни для всего живого на Земле. Видите, является таким символом жизни и смерти. Смерти для одного мира ради рождения и жизни в другом мире. В церковном языке это звучит как крещение. И Иоанн Креститель, он производил потрясающее впечатление на своих соотечественников. Ну и своим внешним видом, своим поведением. И главное, тем, как он говорил. Он говорил совершенно по-другому. В его словах чувствовалась власть, какая-то мощная сила, которая подчиняла себе волю людей. Люди видели в нем носителя божественной правды. Это сокрушительно действовало на сердца людей. И очень многие люди приходили к нему после его призыва: покайтесь, то есть изменитесь. Покаяние — это изменение ума, в переводе на русский язык. По-гречески звучит как метание или метаноя. Ной, нус, ум. И к нему приходили люди на Иордан креститься, на реку Иордан. Во множестве, и каждый день, можно сказать, крестил много людей. И вот однажды среди всех прочих, обратите внимание, среди всех прочих, не на кортеже с мигалками подъехал, не в окружении свиты, как царь, а среди прочих людей. Подошел Сын Божий, Творец Вселенной, Бог, который в этом крещении не нуждался сам. И когда он подошел к Иоанну, Иоанн его сразу узнал и обратился к нему со словами: «Ты ли подходишь ко мне креститься? Это я должен принимать от тебя крещение?» А Христос ему ответил: «Оставь теперь, ибо нам так надлежит исполнить всякую правду». Вот так надлежит человеку исполнить всякую правду. И Христу тоже, ему нужно было самому стать примером для всех остальных людей. Он прямо сам приступил, как человек, к этому таинству от Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель его окрестил.
Он совершил таинство крещения над Иисусом Христом. И вот здесь мы видим явление всей Троицы. Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Впервые это в Евангелии очень так настойчиво это событие утверждается, как именно вот такое историческое, как факт, когда люди услышали голос Бога Отца: «Сей Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение». И увидели голубя, спускающегося на Иисуса Христа, стоящего в Иордане, Духа Святого в виде голубя, опускающегося на него. Это было Богоявление. Когда-то праздник Крещения Господне и Богоявление праздновался в один день, потому что событие произошло одновременно, в одно время. Вообще, Рождество Христово и Крещение, оно как бы даже называлось одним словом вот этим — Богоявление. Для чего Христос это делал? Для того, чтобы показать всю значимость, всю необходимость этого события в жизни каждого человека. Ибо только через это действие Бога, Духа Святого, человек может приобщиться к божественной жизни. Войти в Церковь Божью. Привиться, как мертвая еще не живая веточка, к живому древу. И тогда на эту веточку, еще не живую, начинают распространяться все живительные соки, которые циркулируют по этому древу. Вот как мы с вами говорили. Человек становится членом Церкви Христовой. Он в нее вошел. Это первое таинство, которое установлено Богом в Церкви. В таинстве крещения мы получаем некий залог, или еще по-другому это называется семя. Вы знаете, как семя посадили в землю. До этого это была просто земля. И она никого не могла, никто там не мог вырасти в этой земле, до тех пор, пока там не появилось семя. А вот как только там появилось семя, с этим семенем что-то начало сразу происходить. Что происходит с семенем, которое мы садим в землю? Нет, оно умирает. И вот когда оно умирает, вот тогда из этого семени что-то прорастает. Вы видели картошку, которую вы садили, если садили в августе? Когда вы выкапываете картошку. На нее уже никто даже внимания не обращает, она там вся сгнила, и от нее может вообще ничего не остаться. Вот новые там плоды, которые появились, клубни, там до десятка больших таких здоровенных, урожай. Вот это растение, которое появляется, и всем видно, что там зреет что-то, цветы, цветет это все. Это появляется потому, что та картошка, которую посадили, семенная, умерла. Если бы она не умерла, вот этого бы ничего не было. Никакой пользы не было бы. Никаких плодов. Мы ее как бы закапываем в землю, чтобы она там умерла. Видите, тоже рождение через смерть. Это закон мироздания. Это закон человеческой природы. Если мы не умерли для этого мира, мы не сможем родиться в мир иной, в мир духовный. Мы не сможем войти в церковь и жить полноценной духовной жизнью. В таинстве крещения очень много слов
молитвенных именно вот на эту тему, как мы спогребаемся вместе с Христом. Мы умираем, как и Христос умер для этого мира, так и мы умираем вместе с Ним в таинстве крещения. Чтобы оказаться вместе с Ним, где Он сейчас. Он же не развоплотился, Он сейчас как человек Христос, Он глава церкви, Он Бога-человек. Вот мы для этого Бога-человечества, мы и умираем, чтобы до такой степени соединиться с Богом и приобщиться той жизни, которой живет сам сейчас Бога-человек Иисус Христос. То же самое происходит с любыми другими растениями. Вот там тополь. Ну, кто-нибудь вспоминает о семечке, вот о той пушинке, которая, когда этот пух летит в нос, в глаза, фу-фу-фу. А аллергия бывает еще на тополиный пух. А ведь вот в этом семечке, которое как пушинка летит, в нем весь тополь. Чтобы этот тополь когда-то стал здоровенным деревом, таким ли сосна столетняя, или ель столетняя, вот, которую там сейчас уже к Новому году где-то в Подмосковье ищут, чтобы на соборной площади Кремля ее установить, новогоднюю елку. Не меньше, чтобы было 100 лет ей. Сейчас огромная ель, раскидистая. А когда-то это было все в шишке еловой, такая там была семечка сидела, которая в землю упала и умерла. И вот теперь ель, теперь нечто. Несоизмеримое совершенно с семечкой. Плодоносящая яблоня, плодоносящий виноград. Ну, когда-то вот эти все огромные грозди винограда с листьями были вот в маленьком виноградном семечке, которое умерло в земле. И яблоки эти. Которые мы покупаем в магазине, любим. Они появились на дереве, потому что когда-то появилось само дерево. Из яблочного семечка. Вот так и человек. Когда происходит вот эта его смерть для этого мира в таинстве крещения, появляется нечто несоизмеримое с той жизнью, в нем зарождается жизнь несоизмеримая по значимости, по масштабам, по грандиозности, по великолепию, по степени переживания человеком удовлетворения и блаженства. По сравнению с тем, что было до таинства крещения, с этой жизнью. Святые отцы таки говорят, что вот эта жизнь наша земная, это еще не жизнь. Это такое преддверие, возможность зажить настоящей жизнью. Так вот, зарождается эта настоящая, подлинная человеческая жизнь во всей полноте в таинстве крещения. В нас сеется это семя, чтобы оно проросло. А когда семя может прорасти? В какую землю мы бросаем? В удобренную? Да нет. Не в удобренную. Мы знаем, что не в удобренной почве мало вероятно, что что-то прорастет. Оно, скорее всего, там и пролежит, это семя. Оно там засохнет и может сохраниться там до тех пор, пока кто-нибудь не удобрит это место. А так и будет лежать. Вон как зерна пшеницы в египетских пирамидах лежали 3000 лет, или до 5000 лет. В полной сохранности. Их взяли, посадили в землю, они проросли. Чтобы они выросли, их нужно было в землю закопать, чтобы они посеять.
Вот так и с тем семенем, которое мы с вами, которое Бог всевает в нас, в нашу душу, в дух человеческий, в таинстве крещения. Если это не удобренная почва, все будет так, как в притче о сеятеле. Ведь не случайно же слово «семя» так часто встречается в Священном Писании. И вот эта притча о сеятеле, она очень важна. Если землю, почву, в которую мы посеяли, то есть душу нашу, не удобрять, не поливать, не выдергивать сорняки, не бороться с вредителями, всякими насекомыми, там, червяками какими-нибудь, которые могут погубить растение молодое, то ничего не вырастет. Нет, вырастут сорняки. Вот как у нас раньше были соседи по огороду. Мы каждый год приезжали, там чистили, все убирали, все сорняки, там старую траву, все. Сажали картошку и как-то все рядочками так красиво, потом раз, такие всходы. Потом окучивали, пропалывали, приятно было посмотреть. А соседи, они только сажали картошку и все. И мы всегда удивлялись, что они потом собирают. Потому что у них все, вот эта поляна вся, она вот такими высокими сорняками, разными, там такое разнотравье. Столько, все это такое так, цветущее такое, пахнет. А картошки нет. То, что посеяли, она не выросла. Сорняки забрали на себя все соки. Высосали из земли все, что предназначалось для картошки. Картошки не хватило. Она там так и зачахла. И ни одно культурное растение, доброе, то, что человек сеет, если он не будет оккультуривать эту почву, если он не будет трудиться постоянно, ничего не вырастет. Ну или как эта притча о сеятеле говорит, там при дороге это значит, вот просто на поверхность дороги упала, утоптанная такая плотная почва, она даже не скрылась. А там по дороге ходят люди, скот, топчут это все. Там даже если что-то прорастет, тут же его затопчут. Потом в каменистую почву. Корни пустило растение, а почва каменистая, и не с чего брать соки. Росточек появился, и он тут же раз и загнулся. Потом в тернии, то есть в сорняки. Бросили, оно там взошло, растение, а тут эти здоровенные такие сорняки, они на себя забрали все соки, и это растение зачахло. А вот в удобренную почву, когда семя упало, оно принесло плод в 30, в 60 и в 100 раз. То есть многократно. Увеличилась плодами своими. Вот таинство крещения, с ним происходит то же самое. Если мы, приступив к таинству крещения, ничего не делаем со своим таинством, если мы его не исповедуем, ведь в символе веры говорится «исповедую единое крещение в оставление грехов». То есть я жизнью своей исповедую свое крещение. Я делаю так, чтобы таинство крещения, вот это семя, которое Бог в меня посеял, принесло как можно больше плодов. Чтобы оно принесло мне как можно больше пользы. Поэтому всю оставшуюся жизнь после таинства крещения я только этим и занимаюсь. Я исповедую, то есть изнутри наружу являю. Я так живу.
Я живу в соответствии с тем, как заповедал тот, кто в меня посеял таинство, кто меня приобщил к себе таинством крещения, кто посеял в меня это семя. Я живу по его заповедям. Я становлюсь этим земледельцем, который трудится над тем, что посеял Бог в меня. Вот тогда что-то вырастет. Тогда это станет явным. Это вот будет такое исповедание, когда результаты того, что внутри было посеяно, станут явны для всех. А если я этого не делаю? Таинство крещения – таинство. Мы говорим, исповедую едино крещение в оставлении грехов. Это делается один раз и навсегда. И тогда с еще большей вероятностью эта почва зарастет сорняками. Крещенный человек – это особо привлекательная личность для дьявола. Потому что таинство крещения – это мощнейшая заявка человека на спасение. Человек соединился с Богом. Казалось бы, все пропало. Все, человек Божий. Дьявол мог бы, если руководствоваться человеческим здравым смыслом, все пропало, ладно, Бог с ним. Упустил. Рыбка сорвалась с крючка. Люди так могут себя вести, дьявол нет. Дьявол — это существо неимоверно целеустремленное. Он от своей цели не отступает никогда, ни при каких обстоятельствах. Чем меньше шансов у него на человека, тем больше он стервенеет в отношении него. Видели, как канадцы играют в хоккей? Когда они проигрывают 3-0. До конца матча осталось 3 минуты. Они все 3 периода не играли так, как эти 3 минуты. Все силы свои бросают они на то, чтобы отыграться, чтобы выиграть. Там они устраивают драки, они там из кожи вон лезут. Шансов никаких практически. Но иногда выигрывают. Иногда им это удается. Вот дьявол также. Шансов никаких. Таинство крещения совершено на человека. И если человек не заботится сам о своем таинстве крещения, если он не исповедует его своей жизнью, если он не окультуривает это семя, не ухаживает за ним, не взращивает его, то тогда с человеком могут произойти страшные вещи. Вот здесь все крещенные люди, как правило, в детстве. Сходили, покрестили родители, были крестные, но никто не сказал, что дальше делать с этим, с таинством крещения. Никто не научил жить по заповедям, никто не научил церковной жизни. Никто не рассказал ни о грехах, ни о сорняках, ни о страстях, страшный репей, который заглушает любое культурное растение. Что с ними делать, что их надо выдергивать, надо пропалывать почву, что надо чистить свою душу от грехов, как от сорняков в церкви, чтобы сохранять и дать возможность вырасти тому и принести плод тому, что было посеяно таинством крещения. Вот результат. Мы с вами в реабилитационном центре. Мы потеряли жизнеспособность. Крещенный человек очень интересен дьяволу. Его земная жизнь может превратиться в ад. Вот мусульмане, они, когда им это говоришь, они обижаются. Они же любят
хвастаться тем, что вот у них в Коране написано «не пить», они не пьют. Все, никаких проблем. Они говорят, вот вы-то русские, что ж вы так, у вас там тоже сказано, что во всем умеренность должна быть. А вы что так пьете, как сумасшедшие? Ну или наркоманите безудержно, что одно и то же. Но если им сказать, что просто мы крещеные, а они нет. Просто мы плохие христиане. Мы христиане, но плохие. Именно поэтому все так происходит. Мы со своим христианством, став христианами, мы с этим ничего не делаем. Но при этом мы христиане. Мы Христовы. В таинстве крещения мы становимся Христовыми. Во Христа крестистися, во Христа облекостися. Слышали в таинстве крещения такие молитвенные слова? То есть мы Христовы, мы облеклись во Христа. Только мы с этим ничего не делаем. Мы отдыхаем. Вот результат. У нас все поле это заросло страшными сорняками. Этого семени никто никогда не увидит. Все увидят только безобразие, которое выпирает из нас. Только страсти, за которые нас дергает дьявол. Из-за лютой ненависти к нам. Таинство крещения – это лучшее, что может произойти с человеком. А святые отцы нас учат тому, что искажение лучшего становится худшим. Крещенный человек, не живущий церковной жизнью, которой он привился таинством крещения, он может осатанить. Среди сатанистов много крещенных людей. Он просто своим образом жизни может напоминать сатану. И может создаваться впечатление, что христианство — это плохо. Вот, пожалуйста, крещенный человек. А ислам — это хорошо. Там закон шариата, там младшие слушают старших, там все трезвые, женщины ходят в хиджабах, не соблазняют мужчин. Так все хорошо, пристойно. Ну просто мусульмане не так интересны дьяволу, как христиане, как крещенные люди. Вот эта разница между во внешнем проявлении, между мусульманами и крещенными, но не живущими церковной жизнью христианами, указывает только на то, какое грандиозное событие таинство крещения. Плесень может появиться только на чем-то очень хорошем и добром, на чем-то очень здоровом. Вот молоко натуральное, то есть максимально полезное, оно портится за 3 дня. А если его стерилизовать, то есть убить там все живое, оно долго хранится в холодильнике, нормальное, вкусное, можно пить, только бесполезное. Знаете, есть у Христа загадочные слова в Евангелии. Где труп, там соберутся орлы. Эта фраза очень странная, загадочная. Многие его толкуют, это место по-разному. Там, где человек умер для этого мира, он труп для этого мира. Он таким становится в таинстве крещения. А вот там собираются падальщики. Клевать этого человека. И вот по скопищу этих орлов можно догадаться, вот там, наверное, труп лежит. Само трупа не видно, а вот то, что там они над ним вьются, такая стая там на нем сидят, друг с другом дерутся. Да, это человек, умерший для этого мира. Он так привлекателен для бесов, для дьявола. Потому, насколько человек безобразен, крещенный человек, можно судить о том, насколько драгоценно то, что он в себе носит.
Нет, это не должно нас как бы успокаивать и говорить, да дело в том, что мы крещеные, ребят, понимаете, вы мусульмане, вы-то, а, это... Крещеный человек может погибнуть именно потому, что он крещеный, не достигнуть той цели, ради которой он крестился. Он может первым пойти в ад навсегда, именно потому, что он крещеный. Кому много дано, с того много спросится, говорит Священное Писание. В таинстве крещения человеку дано так много, что он даже сам представить себе не может. Как много? И с нами может произойти то же самое, что, о чем говорит притча о талантах. Читали в Евангелии? Одному Бог отдал один талант, другому два, другому третьему пять. Хозяин. И отлучился. И рабы что с этим сделали? Один в рост отдал, да, эти таланты. Талант — это мера серебра. И приобрел на эти пять талантов 10 талантов. То есть еще пять. Вдвое увеличил. Второй сделал то же самое, у него было два таланта, он тоже отдал их в рост. Ну, как говорят, торгующим. Ну, инвестировал куда-то, как сейчас говорят, деньги. Тем, кто занимается бизнесом. И приобрел на них еще два таланта, четыре. А тот, у которого был один талант, он его пошел, зарыл в землю. А потом, когда хозяин вернулся, один ему возвращает 10 талантов. Это же его талант. Надо вернуть. И он возвращает уже не 5, а 10. Это же твое. Я приумножил. Второй 4 таланта вместо двух. А третий говорит, а я сохранил твой талант. Я его, смотри, зарыл в землю. Вот на, это твое. Так он тебе и был дан для того, чтобы ты его приумножил. Чтобы ты его взрастил, вырастил. Чтобы ты отдал хозяину с прибылью. Тебе ведь дан-то был не огурец и не какая-нибудь дешевая деревяшка, не полено деревянное. Тебе было дано серебро, драгоценное что-то такое, что привлекательно для всех, кто хочет этим обладать. Ты мог бы приобрести больше. У тебя было чем? У тебя было само серебро. Знаете, как говорят, деньги делают деньги. Некоторые, кстати, прочитав эту притчу, они так и решают, что это про бизнес. Что-то про то, как надо жить. Умеешь. Если деньги попали, надо сразу их в рост. Нет, речь не про деньги. Просто евреи, если им говорить о чем-то другом, они бы не поняли. А это поняли сразу, о чем идет речь. И что он тогда сказал? Вроде бы он вернул то же самое. Что посеял человек, Бог в человека, в таинстве крещения, то человек ему как бы и вернул, да, вот. Нет, дорогой, лукавый раб, почему же ты не отдал торгующим этот талант и не вернул мне с прибылью и сказал слугам, отнимите у него этот талант и выгоните его прочь в гиену огненную. Свяжите его, выбросьте прочь. А этот талант отдайте тому, у которого 10. Вот это относится к таинству крещения нашему тоже. Если мы свое крещение, а это огромный талант, огромный, то есть очень ценный, мы бы могли им воспользоваться и многократно, стократно, тысячекратно приумножить то, что Бог в нас посеял благодатью Духа Святого. Как это делают и делали многие-многие люди, достигая на земле вершины святости, максимальной степени человеческого совершенства здесь, на земле еще, здесь. Уподобление Богу.
Мы их так и называем преподобными. Кто-то поменьше. У кого сколько таланта, тот столько может и такие возможности для взращивания. Посадил 10 картошек, ну, соберешь, может быть, 50. Посадил 2 картошки, ну, соберешь, может быть, 6, 8. Сколько? Ну, дело не в этом, дело в соотношении. В соотношении того, сколько получил и сколько вернул. Так вот, таинство крещения открывает для нас безграничные возможности для человека. Человек, вошедший в церковь таинством крещения, может пользоваться всем, что Бог оставил в своей церкви. А в церкви есть все, чтобы человек преобразился, чтобы он явил свой образ Божий здесь, на земле. Церковь в этом смысле не знает никаких недостатков. В церкви полнота всего, полнота присутствия Божества. И мы вошли в эту полноту, в возможность приобщиться к этой полноте таинством крещения. Дальше в церкви мы занимаемся возделыванием того, что в нас посеяно. Если мы этого не делаем, то нас ждет участь вот этого лукавого и неверного раба. Тому, кому не было дано, с того меньше спрос. С мусульманина меньше спрос. Откуда он что возьмет? Он мог позволить себе жить только здесь по закону шариата, чтобы хоть что-то человеческое, чтобы хоть что-то от ветхозаветной нравственности сохранилось. Точно так же и евреи, жившие в Ветхом Завете, они точно так же, они могли сохранять, ну, порядочное человеческое поведение только благодаря жестокому наказанию детей родителями, которые не слушаются родителей. Помните, как в Ветхом Завете сказано? Сын, злословящий отца, смертью да умрет. За прелюбодеяние неверную жену нужно обязательно забить камнями насмерть. И тогда вот так во времени, из поколения в поколение, будет передаваться какой-то более-менее порядочный образ жизни. Все будут бояться страшно. В законе шариата все то же самое. Там все на страхе. Там нет ничего благодатного. Христианин может приобщиться к полноте человеческой жизни, реализовать полноту своей человечности не по закону, а по благодати Божией. Это намного драгоценнее, когда при свободном волеизъявлении человека и при жизни человека по заповедям Божьим, по заповедям Евангелия, по Христовым заповедям, в человеке живет и действует сам Бог, который вселился в человека в таинстве крещения. При стараниях самого человека. Видите, какие открываются две возможности в таинстве крещения? Стать вполне человеком, взращивать свое единство с Богом, соединение двух природ, божественной и человеческой, в себе, своей церковной жизнью. Исповедание, крещение, восставление грехов. Сейчас про оставление грехов поговорим. И тогда ты здесь становишься прекрасным человеком. Вот с теми добродетелями, о которых апостол Павел говорит, плод Духа, Духа Святого, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Либо ты можешь превратиться в скотину, если ты эту драгоценность, которая всеяна в тебя в таинстве крещения, забыл про нее, зарыл.
наплевал. Не знал. Просто, ну, просто не в курсе дела был, что с этим делать. Вот тогда не надо ничему удивляться. Вот когда мы решили в 20 веке забыть про таинство крещения, про крещение Руси князем Владимиром, и решили жить, ну, крещенные люди, но решили жить сами по себе, без Бога, не оккультуровать это. Ну, все. Мы напугали весь мир своим зверством. Потому что советская власть вознамерилась уничтожить семью и частную собственность как буржуазные пережитки. Семью. То есть святая святых. Бог создал семью. Мужчину и женщину создал их. Бог создал человека, мужчину и женщину создал их. Добрее лепится жена к мужу, и будут двое одна плоть. Люди, отказавшиеся от исповедания своего крещения, набросились на основу своей жизни сразу же. Сами начали заниматься самоуничтожением. Сразу не получилось уничтожить семью. Делали это потом постепенно, последовательно. В конце концов уничтожили. Мы перестали беспокоиться о Царстве Божьем, к чему были призваны в таинстве крещения. В защите прежде всего Царствия Божия и правды Его, а это все приложится вам. А мы решили построить светлое будущее здесь, для всего человечества. Создали третий интернационал. И тогдашняя Европа, еще не забывшая о своем христианстве, перепугала насмерть. И стала защищаться от третьего интернационала созданием христианских фашистских организаций. Сначала в Италии, потом в Германии, потом в Японии. К ним присоединились русская молодежь, иммигранты. Центр русского фашистского союза в Харбине насчитывал 48 филиалов в 18 странах мира. Русский фашистский союз, состоявший из русской иммигрантской молодежи. Это все были христианские организации. И германский фашизм, фашио, фасцо, по-итальянски, по-латыни. Это пучок, когда вместе против беды объединяются. Вот. А до баварского путча это была такая идея, противостоящая третьему интернационалу, который собирался уничтожить христианство на всей планете. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, если помните. А вот во время баварского путча идеолога немецкого фашизма Шойбнер Рихтера, уроженца Риги, выпускника Санкт-Петербургского университета, христианина, убила случайная пуля, говорят. И ему на смену в качестве идеолога германского фашизма пришел Альфред Розенберг, который был язычником. Он увлекался вот как раз индуизмом, буддизмом. И вот эту систему ценностей он привнес в германский фашизм, который выродился в германский нацизм, в идею превосходства одной нации, арийской, над другими. И мы получили Адольфа Гитлера с его намерением покорить Третьему Рейху весь мир. Вернее, весь мир сделать Третьим Рейхом. Ну вот, и все итоги этого события мы до сих пор пожинаем. 30 с лишним миллионов наших людей погибло в этой войне. Много народу в других странах. Вся Европа пострадала, все. Потому что русские забыли о своем крещении. Они перестали исповедовать крещение. Перестали быть христианами. Видите, как это страшно. Потом была страшная сумасшедшая гонка вооружений, послевоенная, которая подвесила над этим миром дамоклов меч. Сейчас мир человечества находится под дамокловым мечом.
кто этот волосок перережет. И этот дамоклов меч упадет на голову. То же самое сейчас мы переживаем. Все эти наши последние события. Да вот этот всплеск наркомании, безудержное пьянство в нашей стране. От 4 до 8 миллионов абортов в год, то есть детоубийств. 100 тысяч человек погибает от наркотиков, больше даже. 60 тысяч от самоубийств. От алкоголизма больше, чем от наркотиков погибает людей. Мы вымираем по миллиону в год. Ну вот, пожалуйста. Это то, во что может превратиться крещеный человек. Нас, крещенных людей, западный мир воспринимает как диких варваров, потому что они познакомились с нами после того, как рухнул Советский Союз, в виде русской мафии, безжалостной, беспощадной, и в виде крещенных проституток с России, Украины, Молдавии. Поэтому, конечно, складывается впечатление, что мы просто какие-то дикари, животные. В английском учебнике школьном написано о русских, о России, о русских. Русские люди – самые ненадежные люди на свете. Им нельзя доверять. Они тебя обязательно обманут. И англичане из школы воспринимают такое представление о нас. А там ведь не совсем неправда. Там много правды в этом во всем. Просто они не знают, что мы такими стали, когда перестали исповедовать крещение свое. Мы стали хуже всех. Мы когда-то были самым лучшим народом на земле. И это тоже все знали. Равного по нравственности, по человеколюбию, по состраданию, по терпению, вот по всем тем добродетелям, о которых мы говорили, плоды Духа Святого. Равного народа не было на земле. Все восхищались. Это ведь не мы назвали себя Святая Русь, нас назвали иностранцы Святой Русью. Греки, которые посетили огромной делегацией Россию в 16 веке, в начале, они сказали, вот эта вся нация, они все святые от мала до велика. Потому что зимой они стоят в холодных, неотапливаемых храмах, совершая земные поклоны, стоя на коленях, по 7 часов служба длилась. То есть они живут Богом, они живут в церкви. Они вошли в церковь и в ней живут. Греки — это, безусловно, все святые. Это немцы пленные говорят, что лучшего народа не видели никогда после Второй мировой войны. Мы никогда такого не видели, чтобы жены и матери тех, кого мы убивали, нас кормили. Приносили нам еду, пищу, одежду. Мы такого, говорит, мы не могли себе представить, что такие люди есть вообще в природе. Ну так это результат крещения. Это когда люди возделывали свое крещение. Это то, что дошло по инерции духовной до послевоенного времени. До войны и до послевоенного времени. Но ведь эта инерция, она выдыхается. С каждым следующим поколением выдыхается. Если следующее поколение не исповедует крещение, то они обезображиваются. И мы сейчас уже не такие, увы. Нас такими сделала церковь, в которую мы вошли. С крещением князя Владимира мы стали таким народом за 1000 лет. 1000 лет возделывания — это вам не фунт изюма. Это мы в 20 веке плодоносили святыми.
Мы их убивали, уничтожали своих святых. В 20 веке все, кто исповедовал крещение в оставление грехов, все лучшие исповедники были уничтожены. Либо диктатурой пролетариата, либо сталинскими репрессиями в лагерях, в Набутовском полигоне, либо в хрущевские гонения, либо во время войны, потому что в полный рост в атаку под шквал пуль может встать только человек, который исповедует единое крещение в оставлении грехов. Ну или боец штрафбата под дулами автоматов сзади. Чудеса героизма проявляли не только штрафбат. Когда в 44 году брали крепость Кенигсберг, неприступную, там погибло 60 тысяч советских солдат. Заодно только взятие Кенигсберга. Уже победа, уже все, скоро будем в Берлине. Можно было бы поберечься. Нет, полегло 60 тысяч наших, Кенигсберг взяли. И немцы, многочисленные свидетельства того, как немецкие солдаты видели в небе Мадонну во время штурма Кенигсберга. Немцы видели в небе Мадонну, то есть Богородицу. То есть с этими людьми был Бог. А Бог только с теми, кто исповедует свое крещение. Кто Бога призывает. Кто на Него надеется. Кто живет им. С тем и Бог. Так вот, нам с вами, уже крещенным людям, нужно научиться исповедовать свое крещение. В оставлении грехов, чтобы Бог очистил нас от грехов. В таинстве крещения, к слову сказать, человек очищается от всех грехов, которые он успел до этого таинства насовершать. Бог очищает. Представляете? Это не значит, что он становится святым. Нет, он просто становится чистым. Как бы, вот новая жизнь, человек. Ты свободен. Давай, что будешь делать с этим? Своей чистотой. Не получается ее сохранять, приходится потом жить церковной жизнью. Не приходится, а это единственное, что должен делать человек крещенный, вошедший в церковь. Он должен в этой церкви жить. Это не значит, что он там должен поселиться, в храме. Нет, он должен душой там прописаться. Это должен быть его родной дом. Церковь. В том числе и храм. В храме крещенному человеку должно быть лучше, чем дома. А людей, долго не исповедовавших свое крещение, потом пришедших в храме может тошнить. Голова болит, ноги ноют, подкашиваются, хочется выйти. Неимоверно хочется курить. Именно после того, как зашел в храм на богослужение. Вот, поэтому у нас с вами есть шанс сейчас начать исповедовать со всеми последствиями, потом уже пожинать плоды. И наше с вами избавление от зависимости, которое нас губило, лишило нас жизнеспособности, будет результатом исповедания своего крещения, результатом жизни по заповедям Божьим. Это как раз будет свидетельством приумножения талантов. Мы не были на это способны сами. Мы с Божьей помощью это в себе взрастили. Бог в нас это взрастил, потому что мы жили по-христиански, мы жили церковной жизнью. И пока мы будем жить церковной жизнью, пока мы будем исповедовать свое крещение своей жизнью, мы будем свободны, мы будем только укрепляться в этом, мы будем все свои дарования приумножать. А кто такие торгующие-то, про которых притча о талантах? Кому мы должны отдать свои таланты, чтобы их взрастить?
Люди. Торгующие — это люди. Мы с вами говорили, если помните, что наше спасение сосредоточено в людях. Весь суд заключается только в том, как мы относились к людям. Как вы относились к людям, так вы относились ко мне, говорит Христос. Вкладывая себя в людей, если наша жизнь с вами превратится в служение людям, а не в зарабатывание денег для себя только, мы будем приумножать то, что Бог нам в нас посеял. Ведь Он не случайно говорит: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это залог твоего спасения. Исповедание и крещение — это служение людям. Неважно как. Вот как Священное Писание говорит: кто щедро сеет, тот щедро пожнет. Мы сеем в людей. И щедро пожинаем потом. Если мы будем сеять в себя, себе собирать, все, эксплуатировать те таланты, которые Бог нам дал даром для себя, то мы все потеряем. Это даже хуже, чем зарыть. Потому что потеряю, нам нечего будет Богу предоставить, даже из того, что Он нам дал. Вот поэтому давайте будем из этой части символа веры извлекать для себя практическую пользу.